Здравствуйте, дорогие друзья! Ну что, подписчиков на моем канале становится все меньше и меньше. Да, времена на Ютубе наступили сложные. Даже и не знаю, снимать мне этот ролик, не снимать мне этот ролик. Но, наверное, думаю, есть те, кто не покинул меня. Кому, может быть, эта тема еще интересна. А поговорю я сегодня опять про Надежду, женщину, которая живет в Англии, мечтала переехать в Россию, купила по этому поводу старенький домик практически на хуторе, мечтала развести там лавандовые поля, овец. Но мечта ее пока в связи со сложной ситуацией может отложиться в долгий ящик. Но она не отчаивается, продолжает снимать свои ролики и показывать нам, правда, все реже и реже. Поэтому и мои, наверное, ролики по этому поводу, пока работает YouTube, будут, наверное, выходить редко, а может быть и совсем прекратятся. Ну уж раз я нарисовалась, попробую немножечко, хоть и в этой сложной ситуации, пошутить. Сама садик я садила, сама буду в нем ходить. Очень садик полюбила, буду садик я хвалить. Одичает садик милый, дикий лук растет везде. Что-то стал мне сад постылый, нет простора мне нигде. Обломился хутор дальний, видно, скоро не видать. Мой там статус аномальный, как же буду я страдать? Помнишь, Надя, говорили, на двух стульях не сидеть. Как же правы мы все были, грустно на тебя смотреть. Что случилось, Надюша? Семена-то где сажать? Подзавяли твои уши. Страну хочешь ругать? Расскажи-ка нам про цены. Покажи нам магазин, или там без перемены? Сними ролик хоть один. Вот ведь как страна богата, и шикарна твоя хата. Медицина просто класс, очень любит, видно, вас. Да, сейчас во всех странах тяжело. И где искать выгоду? Таким приспособленцам надо еще поискать место. И сидит Надюша в кафе и думает свои думы. Так она сказала, интересно, планирование дум. Так она назвала этот процесс планирование дум. Ходит Наденька в кафе, у ней планы в голове, как ей быть и как ей жить, то ли быть, а то ли ныть. Ну, а Наденькины планы попадают сразу в ямы. Две на хуторе уже, так тоскливо ей в душе. Деревянный туалет не увидит много лет. Отмени
отменили самолет, не отправится в полет. Ну, какие планы есть у этой странной дамы? Как за жизнь свою платить? Как об этом говорить? Ты ль хотела, о-ля-ля, там осваивать поля и лаванду посадить, и по лесу там ходить? Вот так положение. Надо же вложение. Значит, средства все же есть. Средств тех, видимо, не счесть. Значит, ты не пропадешь. Уши чьи-нибудь найдешь и давай опять творить, и про садик говорить. Ну, а нафиг самолет, чтоб отправиться в полет? Ступу и метлу купи, да на хутор прилети. И мечтай себе там всласть, где же лучше будет власть? Лесопедку прихвати и крути себе, крути. Бензин нынче дорогой, и не будет он другой. Деньги тратишь на права, лучше ты купи дрова. Печку будешь там топить. И нам сказки говорить, как в Британии хорошо, и о чем-нибудь еще. Ну вот, кратенько, я думаю, очень ясно и понятно. А честно говоря, можно бы было и посочувствовать этой даме, но как-то не сочувствуется. Мне кажется, она там далеко от этих событий, и она переживет их, я думаю, легко. Легче, чем, например, вот мы тут в нашей стране, или те, которые никак не хотят. Ох, не буду говорить, что. Ну ладно. Пока-пока. С вами была я. Заглядывайте на мой канал, кто еще остался в моих рядах.